Ну так поясни мне скорее. Смотри, да, смотри на твои истории в Инстаграм. Сегодня мы идем на свидание. Это шутка такая? Видишь? Кажется, мне нужно идти. Хорошо, веди меня на свое свидание. Но, Маргарита, не так все просто. Твои подписчики идут на свидание с нами. О-о, это будет капец. Итак, значит, Ирка, ты забрал мой личный телефон. Потом, приглашаешь меня на свидание, я должна с тобой пойти. И плюс, это свидание будет не просто с тобой, это свидание будет с подписчиками. Ну да, пошло. Ты все правильно подготовила. Ну что, Никита, раз ты такой крутой, тогда посмотрим, на что ты способен. Ну давай. Слушай, я бы хотела тут кое-что принести. А ты уверен, что наши подписчики хотят быть вместе с нами и вообще хотят управлять этим свиданием? Что ты имеешь в виду? А я сейчас у них спрошу. Что ты делаешь? Ты же размещал первую фотку без своего лица, поэтому я сделала точно так, чтобы моим подписчикам было интересно. Согласен. Слушай, Никита, а куда ты вообще меня ведешь? А с чего обычно начинается свидание? Сейчас все узнаешь. Ну ладно. Ну, Маргарита, сейчас мы выберем тебе цветы. Маргарита, так какие цветы тебе нравятся? Наверное... Мы забыли про подписчиков. Точно, сделаем сторис. Ну, давай. Я так хочу вот эти вот цветы. Я надеюсь, что мои подписчики проголосуют за вот эти цветы. Мне они просто очень нравятся. Маргарита, ничего ты не понимаешь цвета. Это и красиво. Маргарита, я уверен, твои подписчики сделают правильный выбор. Да, я попашу. Ну, что они выбрали? Давай. Так и коснам. Ну. Ладно, бери, пойдем. Ничего, тебе тоже красивый. Ребята, что мне подарить? Маргарите. Так, мне есть... Я вот эти хочу. Или может быть вот это? Три. А может быть вот это? Или вот, это три. Вот, может быть, вот эти мне? Вот два. Ребята, о, какой? Это или это? Сторис, подожди, сторис. Я надеюсь, что вы не готовы. Что, момент истины. Смотрим, да, что они выбрали. Я тебе говорила, моя шоколадка, ура! Я так рада. Все, клади эти конфеты и пойдем. Ты видишь, твои цветы выбрали, мои шоколадку выбрали. Никита. Смотри, какой
я буду, когда я вырасту. Понимаешь, шикарно, блондинка. Он такой, все, я пошла. Ты думаешь, я буду хуже? Маргарита, куда мы пьем? Кафе вот раз тут. Я надеюсь, кафе. Давай посмотрим. Три. Два. Один. Есть! Это кафе! Кафе. Пойдем. Ребята, мне Маргарита на телефон. Она стала ждать. Пицца. Или суши. Ребята, выбор за вами. Маргарита, ты готова узнать, что ты будешь обедать? Ну, наверное, мои подписчики знают. Давай, пойдем. Three, two, one. Пицца? Я же хотела суши. Подожди, 2 минуты назад была суши, я заказал суши. Ну, главное, чтобы ты была счастлива, а то я суши не заказал и еще пиццу закажу. Прекрасно. Никита, мои же подписчики решили пиццу. Так где пицца? One moment. Вау, шикарно. Никита, спасибо. Это свидание было очень прикольно. Стоп. А как же прощальный поцелуй? Но. Никита, ну вот ты что, забыл? Ведь сегодня же подписчики решают, целоваться нам или нет. Ну давай. Хорошо, тогда давай сфоткаемся в сторис. Никита, ты, наверное, думаешь, что мы с тобой будем целоваться? Секундочку. Ребята, что мне делать? Маргарита, я готов. Не случится, чтоб я этого больше не видел. А ну-ка быстро подавай. Надумали тут целоваться, а? Прям посреди ясного неба.